твоя жизнь в моей власти. Все как? Я превратил персонажей Доты в героев самых популярных вселенных в жанре фэнтези, а именно Гарри Поттера и Властелин Колец. Причем я решил переделать именно тех героев, на которых играют сегодняшние гости. А у них с Игры Престолов или с чего у них? Команда Гудвина же не имеет любимых героев, поэтому для них я брал просто похожих персонажей из фильмов. Например, Коттл — это очевидный Гэндальф, а Лайфстиллер, ну, очень похож на Голлума. Ну и я повторюсь, скиллы также были вдохновлены фильмами, поэтому Поттер, например, летает на метле, а Голлум из команды Властелина Колец запрыгивает врагам на голову, прям как в фильме. Но Волан-де-Морт может убить, произнеся лишь одну фразу — Авада Кедавра. В любом случае, никто из участников не в курсе, что сегодня будет происходить, поэтому знакомиться с персонажами вы будете вместе. Вместе с нами. Приятного просмотра. Так, ребята, не по фану, мы потеем как твари. Короче, каждый пикает своего героя. Денису достался антимаг. А какой у меня герой? У тебя герой, Леша, ты сейчас догадаешься. Какой у меня герой? Земеля? У меня нет героев. Да, конечно. А Драко Малфой! Чё, я бы... С Голлум, Арагорн. Генда, Арагорн, Саурон. Не, ну я это чисто Саурон, ребят. Чё, Арагорн? А Генда, подожди, а дай-ка почитаю. Это Властелин Колец у нас против Гарри Поттера, Гарри Поттера, да. Круто, и мне Властелин Колец больше нравится. А я Гарри Поттера больше люблю. У меня герой называется Зермиона. Похож на меня, кстати. Создаю чары, выпускающий поток зеленой энергии в виде искры из волшебной палочки. У Бори, наверное, один из самых простых героев. А у меня? Леш, у тебя прикольный герой. Я не знаю, если ничего не сломается, герой прикольный. А, у меня Хадрид. А читаем способности, ребята! У меня на деревья может телепортироваться чел. Короче, это по вселенной Гарри Поттера, да, или что? А ничего то, что у меня... Сапог торчит из одного места. Это похоже с поля, что будет мне происходить. А вот справа кто? Ну, это какие? Вот эти вот. Звездные войны, вроде. Да, Звездные войны, которые, да-да. Hello there. Нет, давайте Лёша, пусть Лёша угадает, кто справа, если Лёша настолько не шарит. А это что такое? Липа Гарри Поттер. А, то есть ты себе Гарри Поттера, да? Да, он себя уже сделал в жизни, там то же самое. Я там Денис. Смотрите на голову слева. Я думал... Денис слева. Я думал под запись просто поменять очки себе. О, фига Саурон крутой, смотрите. Я чисто керри, парни. Чем мы все в платье? Я не знаю, что-то вы, ну, пидорнулись, ребят. Охренеть. То есть я какой-то суммонер? Тут все РНЖ, кстати. Все РНЖ, кроме Пуджа. Коляна просто фалос гигантский. Колян, без подсказок, без нажатий на Пуджа. Ребят, вот угадайте, кто Колян. Есть информация вообще? Ну, конечно, это Хагрид или как он. Когда чувак вроде умер, да? Ну, вообще, в реале, да. Ты сказал. Миш, ты на керри? Да, я на керри. Да. Зачем мы с тобой пойдем вообще прикалываться в платье? Давайте, Властелин Колец. За Сауроном, ё-моё. У меня третий спел сложный, я уже вижу, какой-то брюмастер. Не, Лёш, у тебя легкий герой. Я скажу честно, наверное, у Коляна сложный пиздец. Вот у Колян, если Колян поймет всю, вообще всю глубину этого героя, это будет жестко. Пудж, говорит, он же смесь Пуджа и Хагрида. Может призывать лесных крипов, но для начала ему нужно их убить. Лайновые крипы не считаются. Второй скилл — это разбег. Да, прямо как у Primal Beast, но вот отличие. Во-первых, он не может бегать через хайграунды, а во-вторых, может взять с собой пачку крипов, которую только что вызвал. Третий спелл — это ключ, который Пуджгрид бросает, чтобы открыть портал. В него могут войти как тиммейты, так и сам Пуджгрид со своими крипами. Также туда можно влететь на втором скилле или даже открыть тот самый портал, но во время второго скилла, чтобы резко поменять направление бега. Ну и последнее — это ультимейт. Все вы знаете, что Пуджгрид не заканчивал школу магии, поэтому те скиллы, что он использует, не всегда одинаково полезны. Во время каста ультимейт у врагов летят абсолютно рандомные скиллы из всей доты. На первом уровне таких рандомных скиллов будет всего 3, но на последнем 9, а с талантом вообще все 12. Слушай, а что такой здоровый? Так я, блин, Саурон вообще самый жесткий злодей. Пари, ко мне. Я загрел. Мы его убьем, видите, он загрелся. А.
Давай, давай, давай. Агр недолгий, оказывается. За мной бежит Саурон. Аго! Аго! Просто гуля за мной ползет. Ты здоровый, посмотри на него. Меня просто в жизни повторили. Да я не про тебя, я про челов. А меня в жизни повторили, я прям так же бегу. Он прыгает. Смотри, слышишь, готов? Че, готов-то? Да, у меня дебош. Вы какой же я огромный. Тупо Саурон загреет. Киньте у Волан-де-Морта Авада Кедавра будет, и нас просто ваншотит. Там и есть Авада Кедавра в качестве ульта. А ты понял, что я тебя делаю первый спел? Я не читал ничего. Колян, пушиваю. Что делаешь? Пушиваю их. Смотри, что они горят. А, разного типа. Стоп, мне надо нейтралку, нейтрального крипа убить, видимо. Да, да, тебе нужно добить, правильно, Колян. Вот это ты уже пошел разбираться. Ууу, видал вот? Да ты? Да, да, это круто у меня скамп. Брат, брат, трахай, трахай, трахай. Занят, Колян. Изи. Давай, 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 его! Стой, 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 стой. Так, мне страшно, реально, тоже это ничего только стоит. Еще не знаешь, что ожидать от скиллов. Так, ну давайте почитаем, что он делает, крипов взрывать. У него маны куда-то израсходовалось. У меня хп отнимаются, не понимаю, что происходит. Блин, нафиг я играю, как будто играю за кунку. Так я сейчас как суммонером сделаю. Леша, а у меня еще есть телепорт. Мы будем сейчас телепортироваться. Тебе больно, у меня имба герой. Хукаля, давай! Саурон, главный злодей вселенной Толкина. Третий спел — это души Мордора, которые летают вокруг темного властелина и дают ему дополнительный урон, а также скорость атаки. Но если атаковать Саурона с руки, то за каждую тычку душа будет вылетать в обидчика и наносить ему урон, а статы Саурон будет терять. Первым скиллом ты можешь заставить врага начать себя бить, и тем самым он будет получать от них дэмэдж. Но ульта, помимо всего прочего, дает вижен, не зря же у нее такое око Саурона сверху, и восстанавливает эти самые стаки душ. Причем моментально, и во время ульты потратить их будет нельзя. Точнее, они будут вылетать, но восстанавливаться раз в секунду, из-за этого тебя просто бесполезно бить. Я не знаю, помоги. Ой. Мне провокацию какую-то делает жестко. Стой, а шо? Подожди, а этот шо? Так он не прав. Легкость, Луна едет. Так хочу пойти просто... На филик? Рез дать и на базу слетать. Давай, есть сетка, я убью его. Дай сетку. Дал. А он сквозь сетку прыгает. Ё-моё, как же это труд. Так понял, вы это жестко. А мы когда не братец? Ой, все, я умер, походу, какое-то замедление непонятное. Ну ладно, вы пи***те, пацаны, есть моментик такой. А так понятно и так все, что делать. Ой, он добрый! А у них с Игры Престолов или с чего у них? Какие Игры Престолов? Звездные войны, сказали же. Серьезно? Да, есть Дарт Вейдер. В смысле Звездные войны? Там голум какой-то. Да ты чё? Я не поверил, вот он. Так это Властелин колец, подожди. Ты жёсткий. Там-то понятно, Властелин колец, у нас Звездные войны. Ой, я его... Водос. Я сагрил. Колян, помогай, брат. Отлично. Ладно, я понял. Я примерно понял смысл героя. Какой смысл? Он знает. Парни, я прям закерю эту игру, я чувствую. Моя игра очень сильная. Давай, Колян, давай. Я Колян себе купер ортопедическую подушку. Реал? И как тебе, брат? Не знаю, я в такси ехал, только тебе хотел об этом сказать. Понял, а я себе новую тоже купил, только уже не ортопедическую, брат. Я не покупал никакую подушку. А ты мне это говоришь? Просто реакцию проверить. Крен, я могу их батить, жалко, смотри. Мне надо этого... Смотри. Показываем фокусы. Хогвартс Легаси. Я сейчас. Прикольный герой мне. У нас мисс, герой. Я не помню, кто. Кто-то ушел у нас точно. Короче, давай ему, давай. Сделай. Ты можешь второй качнуть? Давайте, я лечу. Го. Я тут еще вас не был, что у вас герой-то делает? Интересный герой что-то делает. Дальше. Стоп, а что я сделал? Он герой, скид прикольный. Я даже не знаю, что сделать, прикинь, я как будто знал, что у меня эскейп. Матерь божья. Блин, не успел ничего нажать. Слушай, ребята, я воскрес. А если вот так вот сделаю? Я воскрес. Вот этот. А, чё? Это мой ультимейт, я не знаю. Я не знаю, ульту нажал, и год на 10. Хорошо, что я руки от клавиатуры не убрал. Найс. Денис, возьми руну воды. Возьми, Денис, руну воды. Руну воды. О, чёрта. И чё это за... Мысленно 10% быстрее жмет для него. Да потому что это для тиммейтов котла, а враги, если подбирают, то дамажатся. Ни***а себе! Вот это кайф! У меня есть прикол, ваншотящий крипа. Да. У нас опять трое. У нас четверо. Next, go. Давай. Хожу. Я вообще понятия не имею. Я пойду на базу сгоняю, пацаны, вы пока.
А что ты выпускаешь за придешь вот этот? Я? Да. Я масло наливаю, они падают из него. Ну что, чуваки, давайте немного поясню за скиллы Мипа Поттера. Второй скилл — это щит. Ты просто выбираешь направление и жмешь. Щит начинает защищать тебя именно с той стороны, которой ты нажал. Похожий принцип есть у спины Бристлбека, но тут ты сам выбираешь направление, и в дальнейшем он не зависит от поворота модельки. Третий спелл — это Эспекту Патроном. Запускает вот такие волны, которые отталкивают и наносят урон, причем с каждым разом все больше и больше. Ну а сам эффект мы вдохновились вот этой сценой. Я не уверен, что он был повторен правильно, но мне кажется, это прикольно. Ну и последнее, что хотел рассказать по поводу Мипаря, это его ультимейт, вдохновленный старыми играми по Поттеру. Там часто ему приходилось летать на метле и собирать вот такие кольца. Собрав 6 колец, Гарри, он же Мипа, ускорится и, врезавшись, нанесет урон врагу. Хотите жестко приколоться, чуваки? Посмотрите в бот, пожалуйста, просто посмотрите в бот. Готовы? Да. Готовы или нет? Смотрите. Давай. Итак, погнали. Собираем кольца. Да ладно, погоди, судя из того, что я прочитал, смотри ты на меня. Ну-ка беги ко мне в платье. Так какому тебе есть? Что-то кастует, стоит на месте. Полетел. Ну что я сделал? Ладно, мне нужно, чтобы вы стан нажали, я их убью. Одна тычка, алло, бабуш. Моя? Что-то мы их вообще не ставим, не знаю. Под кого-то есть замедление или стан какой-то долгий? Дайте мне приколку скастовать. Я просто тут одним скиллом пятерых убью. Мне кажется, ну, Гарри Поттер должен был идти в мид. Кем Поттер? У них вселенная Гарри Поттеров. А у нас? Да все, мы играем. Я хочу за Дениса побегать. Денис нормально. Нормальный черт. Мой. Денис просто похож на него. Да, один в один. Что же в реале носа нет, правда. Ну, когда с армии пришел, то самое было. Да. Волан-де-Морт. Ну ладно, это я, да. Help. Guys. Чё делаю? Ой, я чайник закинул. Помогите! Я лечу, что ты сейчас буду нажимать, не знаю что. Погнали нападём, плевать, погнали нападём. Я вас кишу. Давай. Лево, Саурона. Тише, я нормально. Пацаны, кто, кого? Я вообще ничего себе не представляю. Этого дуру. Гонку. Бегу. Тиму ху... Гарри. Сейчас как е... Да Гарри, умри, чё он такой бессмертный? Смотри. Маникулярное устройство ему выдал. Вот этого. Давай, не прощаем. Смотри. Такими два, мэн. Ты, блядь, просто устроил. Они тренировались просто. Они что такое герой? А, так на нас, они даже не шестые были, нас поубивали. Погоди, Денис что-то делает. Ты его тапнул. Куда ты поднёс его? Куда? Давай ко мне. Да я сейчас его как тапну по химии, на. Голум. Честно говоря, не знаю, какой спелл вам тут может быть непонятен. Например, первый спелл голума — это кусает жертву, а далее восстанавливает себе хп путем повышенной регенерации. Второй скилл — это прыжок, который замедляет передвижение тех, кого голум атаковал в прыжке. Эти замедления, кстати, стакаются вплоть до сотки МС, поэтому нужно прыгать постоянно. Ну и третий скилл — это пассивка, дающая дополнительную ренжу каста за каждый предмет дороже 400 голды у тебя в инвентаре, а также 11% КДРа просто за то, что ты его прокачал. Ну и, конечно же, ульт. Честно говоря, это просто хэдкраб, вы прыгаете на голову жертве, а та полностью теряет контроль, прямо как вот эта сцена из фильма. Ловкие хоббиты забрались так высоко. На герой у меня. У меня тоже батиски просто. Погнали, чуваки. Смотрите, что у голома в закупе, так, байер. Тихо. Был бы неплохо. Можем на боте подраться, я его поймаю. Ну, давайте вместе подеремся, если чего-то. Я бегу. Мне на голову залез, здесь сделай что-то. Что мне сделать? Загадгали. Ты не умираешь. Ой-ой-ой, Денис. Серьезно? Я, может быть, догоню. Алёша? Дал покурить. Ну, да. Держу его, бой, помогай, смотри, что делаю. Ой, придумал спелл. Я челу 1 000 000 голды отдал, я чмошник. А в чем суть телепорта? Суть телепорта? Ну, Колян, я бы мог объяснить, но мы слишком сильно выигрываем, поэтому я не буду. Я могу как-то обезоружить. Что ставит вообще, знает? Кто это? Это Арагорн? Да, это Арагорн. Арагорна сделали в последний день, поэтому его моделька не очень хорошая. Такой себе, да. А в чем суть телепорта, не понимаю? Колян, хорошо, специально для тебя. Да, телепорт увеличивает, у тебя с прокачкой длина увеличивается. И ты можешь вместе со своими суммонами заходить в этот телепорт. Ты можешь поставить его вот как угодно. Ты можешь разогнаться и во время разгона можешь поставить телепорт. Можешь поставить. Вот у тебя тиммейт встанет, ты можешь краешком зацепить его, и тиммейт телепортируется, понял? Что угодно. Ну, подожди, там две двери. Еще раз, поставь телепорт, там две двери. Они ж, вот, впритык.
Потому что первый левел, потому что первый левел. Ай, ты так бы и сказал. Мама, не март! Седьмой март! Сюда на... Притроих! Седьмой март, суки! Подожди, подожди. А мне, ко мне, ко мне, беги вот сюда. Встань, встань тут. Братья! Его испепелил! Он мне ваншотит спел. А ты пусть мид сможешь попробовать, Водос? О, рут выпал, рут выпал. Еще рут, найс. Ой, нифига себе, там слоты. Я его закрываю. Я сижу у него на башке. Я вас связал, ребят, давайте, долбим, долбим. Давай, Пуджа, ну пожалуйста, ну умри, ну смотрите, смотрите, что делаю, смотрите, что, как прикалываюсь. Он просто по огню водит, ну. Хотя ощущение, не по огню, по губам. А меня катают, алло! Умри, хотя бы для приличия просто. Он реально игру жизни играет. Я, конечно, скришу, но я просто, да, я просто не могу даже догнать кого-то. А у нас есть хотя бы одни лозы медленнее? А, вот Станус как-то есть. У меня тоже, я пойти что-то не делать? Один вот сюда. Иди на поколям. У тебя на хайграунд сейчас, он управляет тобой? Да. Подхожу. Подхожу ему, на! Оп, Дизар. Нажимаю. Help. Я стою. Сейчас, даст! Дал! Есть! Еще дал! Вызвал новых! Алхимия! Вообще подкатка. Тяжело. Нам, мне кажется, пару раз их убить. Купить пару шмоток, и мы выиграем. Ты вас хитишь, смешно! Этот сама не сошел. На! Давай, долби его! Ой, Борь, подкрепай, Борь! Даю! Торнадо! Бегу! Все, пиявка ебаная на меня! Блять, он с бэмом? Убери его от меня! Да, что тут? О, нас отбили. Я хоть буду мейлом. Я, может, его закишу, может, кого-нибудь убьем хотя бы. Хорошо. Баймы работают. Изи стрики. А, урон, там заклинание наносит 9999 урона, если чё. Но кастует он лучше. Я прыгну ему на лицо. Давай. Не, голым самый смешной сел и... Ну, я не знаю, это имба какая-то. Имба. Ну, он, да, он прыгает, сука, и на тебя на бошку садится. Давайте пуджерса. Давай. Может, он сейчас... Ой, он поставил этот. А тут я его... Коляна! Сейчас я! Коляна, ты... Врезался Колян им. Колян, сейвлю. Да-да-да, сейчас дам! Сейчас дам! Сосать! Убили зонтуша. Смотри, беру его! Он думал, упрыгал! Клянусь, урона просто невозможно. Правда, с руки бьет человек. Да, у Бори я сказал, самый простой герой. Без урона герой, как у тебя, да, без урона, Денис. В ультимейте недостаточно дэмэджа. Муж, говорит, вообще слишком быстро. Не надо, дядя! Вбегаю в них. Я его под фонтан загрел. А чё? Почему у него не изумился? У него щит, видишь, какой-то... Что? Он фонтан танчит. Я вообще не понимаю, что происходит, но мне очень весело. Да надо меняться героями. Закончите все. Закончите и go next. Go next, но поменяемся героями. Только адекватный левел апнул, чтобы пользоваться ультой. Чё, мы последний модуем? Да блин, я его не добил. Да, какой последний? Я ему тычку вас не дал. Давай этого тоже. Я, кажется, ему щит бью. Все, его убил, найс. Камбэкич. Все, игра наша. Стрики сняли. Они не адефают. Ладно, меня ёб... Хотя вот так вот не... Консоль ебаная! Открыл случайно. Понятно. А, я его взял на себя! Пытаюсь зарутить, но не получается. Help! Давай, ползай, сука, там, ползай! Ну и в итоге получилось, что первая игра достаточно однокалиточная, и мы решили поменяться героями и посмотреть, что из этого получится. Перестраж, кто придумал, просто, ну, молодец, не знаю. Это Роулинг придумала. Найс трай. Ну а если вы хотите самостоятельно опробовать данный режим, то заходите в мой телеграм-канал. Там я обычно набираю людей на тесты, полю темы следующих роликов, а также как раз оставлю гайдик, как сыграть в эту кастомочку. Мы снова играем на тех же или как? Колян, какой ты тупой. Из-под лабуду. Буду за оверкэша. Алло, меня слышно или нет? Да. Вы уже победили или нет? Я победил, спустим. Я понял. Я тик-так хаваю, кстати. Колян, это... Короче, кто из них самый опасный? Леголас. Леголас самый опасный. Ну, Леголас, да. Или Голум. Я кое-что придумал, я буст придумал жесткий. Я буду просто за тавер заходить, разливать колбу и крипов по этой макопире водить, и не сгорать будут. Ёб твою мать, но я поиграю сегодня вообще, алло. Алло. Меня опять завис. Ты Голум. На интернет, а сука, но я не могу, но у меня просто жопа горит. Алло, Михалыч, тут? Мишич.
мы на рун взяли просто. Чуваки, ну что поделать, если я минуту в паузу постоял? А Гудвин выдумал пачку в пушу. Блин, ну моделька вот у Хагрида самая кайфовая, по ощущениям. Так, ну, Волан-де-Морт уже лучше, чем Гэндальф. Что-то реально Волан-де-Морт имба, походу. Что-то, походу, нас сейчас удалишь. Ну да, я чувствую это немного. Жесть! Герой говна мне, походу, минул. У меня нюк с дэмэджем невероятным. Я могу просто нон-стопом пускай кайф ощутит. Да-да-да, братишка, я знаю твою боль. Я понимаю. Ты нажал, у тебя 1% хп в основном. А если, допустим, у меня переспел уменьшает урон у чела, в обратку как это будет работать? Ты вообще на ком? Я на Сауроне. У меня интернет вылетел, я не знаю. А, понял, бро. Первый раз играешь в игру? Что это было у него? А, это этот был? Какой-то Экспеллиармус? Экспеллиармус, да, это был, Колян. Потому что это ультимейт. Сейчас я еще один киткат сделаю. А, это тикток. Нет, это тик-так. Ну шо, как горн, терпи, Зах, ми мертвых. Колян, на втором есть вайп какой-то? Вот, есть уже вайп. Ай-я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 й-
Ну, соло, соло. Я думаю, у них и герой имба просто. Ну да, нестоятельная. Меня в жопу. Я думал, у меня спел сильнее. У меня спел... Ну, я скажу так, что на тесте мы играли, выигрывала и та команда. Просто, ну, в Гарри Поттере они вначале сильные реально, но... Слушай, ну да, таких персонажах не нравится играть, скажу, опачки, увёл. А если мид плюс, мы убьём его, если что, он нахуй под жизни. Я его лечу, давай, еще. У меня нет спелов, которые кетча. Бля, герой хуй. А он боится руну, я не знаю. Чего, блядь? Хуй, я забрал, он хуй, он сдохнет сейчас. А, я сдох, да? А чё у него с уроном? Да мне абсолютно плевать, абсолютно. Я думал, я наступлю, подберу руну и выживу, раз за секунду, на раз. Давай, Олегова Асыч. Я безумный Хагрид. Стычки, заруч, заруч, жестко стычки, сможешь? Я не заручу! Раздавил. Вниз? Да я знаю, я играл на нем. Я там, у меня 30 кд было. Бу-бу-бу. Она, но... когда рутит, там есть пару секунд. А мне возможно! Ой, мне нравится, мне нравится. Так, ребят, у меня тех ультимейт появился. Там ебаный дэмэдж. Там по 400 стоит где-то в секунду. Я играл, я еще чувствовал. Нет, ладно, не... Леш, я к тебе не приду, там какой-то придурочный стоит. Не знаю. Гарри Поттер тут. Провокация. Не, там начальный урон, ёп. Там начальный урон вниз 20, там где-то 3-400. А, да, на табак, значит, какой-то. Я говорю, не может такого быть, да. Честно, урон, спасибо. Просто пачку сдулся, ну. Можно мне в доту такое же? Андрюха, пошли убьем большого крипа, но только чтобы я заусхитил, понял? Помогай. Чтоб он у меня был. Давай. Все, топчик. Я теперь могу призывать его. Нужно актив какой-то контроль, у него не будет ресов. Нужно актив какой-то контроль. Сильно мы не душим? Не, этим типам никакой пощады за прошлое. Да, герои вообще... По-моему, у нас проблемы. Нормальные. Надо в топ. По-моему, у нас реально отпусти сейчас в линию. Не, я понял, в чем мы так отсасывали. У нас реально герои сильные. Я так кайфую в миду. Я тоже. Я тупо хагр. А, ничего себе, как тут работает, оказывается. У меня чувак 400 с нюка шует бошку. И у меня нет ни одного спала, который кетчет. Так, Лёва, а чё герой-то делать? Сука, мид — это самая простая мысль для любого героя. Опачки. И всё. Но мне только в лес идти. Иди в лес, иди. Но я пока не в лес, я пока пытаюсь на базу убежать. Байбекаться, походу, надо. И, похоже, ему не понравился персонаж. У меня герой говно вообще не качается, ничего не делает. У него нету ни одного, у меня не просто ебаться, два после байбека. Суки, блядь. Герой хуй ты ебаный, без урона, без... Я чё, бата три меня? Герой говно ебаный. Он сейчас въебчит последний. Да... Помогаю, помогаю! И я на него накидываюсь, давай вместе! Вот пятером, вот пятером на него! Сейчас суртану, давай! Первый, первый! Оооо... Азлагор, ебаный, это бесполезнейший хуй, а не герой. У него нету ни одного спыла на урон, на кетча, на фар, у него ни хуя нету! У нас у него буквально ничего нету, я не знаю, как он вообще тут был способен. Пацаны... Азлагор последний делался, честно вам скажу. Ну это полное говно! Конечно. Мне интересно, насколько им нравится. Так же, как и нам, наверное. А кто на этом у нас играет, на в Райскинге? Я, допустим. Вот ВК у нас сильный герой, нам нужно с ВК играть, короче. Я не знаю, что у меня ультимейт делает. О, гони, как они будем играть, просто пятером сейчас стакнемся вот и пойдем. Вот эти пятый левел, чел. Я нажал кнопку, у которой КД 3 минуты.
Дебила! Это дэмэдж! Я пол хп сбиваю. Надо мне дом... У него пол хп и нюк сносит, сука! Больше, чем пол! Я в него в меду стоял! Мне просто нужен левел, чуваки. Он сейчас вернется вот сюда, и надо его... Я резко, если что, вам, давайте. Стерло. Ой, они что-то хотят. Мы играем. Рагорну. Резу, давай! Пошли! А чё они чахнут так? А так они бегают по мкпихке. На. И Саурончик, Саурон загреет. Давай. Никакой пощады! Никакой! А ладно, кидалку. За прошлую катку. Давай. А есть еще плюсы, есть плюсы. Хелп! Пуш ошибается. Далеко идут, глиф нажмем. Я просто вижу их героев, что они делают, и что наши. Причусь, сделай. Давай, делай, это камбэк. Делают полную. Что спел делают, я не знаю, сейчас узнаем. Сука, волны какие-то. Грызи. Наш! Нормально. У меня ульт есть, хорошо. Нет, у меня ульт есть. Нам нужно Гудвина ультануть, ну, пошли, короче. Да, пошли. Я смоки еще возьму. Во, вот он, иду. Да он... Да он пошел будет... он на... Смотрите, я ультану. Есть дэмэдж? Ему писать? Да, давай. Бегите все. Если дэмэджа сейчас не хватит, пацаны, будет кринж. Ой, топой накинулись. Блин, дизейбл это, конечно, супер неприятно. Хорош, лучшие парни, лучшие. Так на самом деле, Кур сейчас так не будешь, аж сразу. Лёша, грум, сделал тебе имбу, короче, случайно, я не знаю. Помогите! Это злогор говна, ебаный, не герой. Я не представляю, кто на нем играл, но я уверен, что там либо мазохисты, либо ебаный, кто-то есть сыграли. Мистер мазохистом. Тебе нужно третий, Максис. Какой третий, на? Какой имба? Он 30% хп восстанавливает. Какая разница, герой там нужен такой, который вас захилит. А вы знаете, какой урон у Ада Кедавра? 9. Ага. Жми в него. Ооо, Колян, вот это... Они толпой гасят, ребят. Да, мы четко. Сейчас... Миду, го миду, бьем их, у меня улетает, го миду. Да го уже, морите, помогите Барсику. Да, мы бежим. Барсику надо! Лечу. Он промахнулся, нет винрана, кнопки нет. Найс! У меня ульта будет, дерите. Делись фласком. Сбить ему. Дал. Ну я вас резну, деритесь, Руты даю. Пары мыши сильные, давайте убивать их. У меня все в КД, я умираю. Давай, Колян, вместе. А чё со мной двое гонит всем? На. Этого хуй, пацаны, я ультану в него, давайте. Я не знаю. Чё, я ухожу, да, походу. Next, этого? Есть кетчинс, а то мне герой хуй. Нет, у меня есть, сейчас. А у меня второй спел не работает от него. Я себе рэнж. Мы же сильнее, почему мы качаемся? Ну, Саня соло гейминг. Какой соло гейминг? У Сани свой геймплей, я понимаю. Рошана убить? Почему в Рошане книга? В Рошане книга вы видели кто-нибудь? Чего? Потерянная книга? Новое заклинание можно изучить, ребята, нам нужно убить Рошана. Книга ступит для команды Властелина колец, слушай. Ребят, это нам! Ребят, Рошана, быстро, там какая-то книга. Давай, бегу. Бля, какой герой хуй? 30 маны, но я на силовике должен иметь 30 маны на тычку. Короче, пацаны, играем от моего ультимейта. Я, короче, буду просто тэпаться, убиваем героя, все. Я тихо, я немножечко повожу тут. Приятной игры, Борь. Давайте просто в доджи было все. Он там вроде покупает, поэтому везет. Стоп, а если я всажу Авода Кедавра фулл хп? А мы можем убить Рошана сейчас? Погнали Рошану, там книга какая-то. Го, накинемся. Неберкракера иду убивать. Я убью его. Умоляю. Они Рошу хуй. Не факт. Я им не говорил, но ульт вот этого чела убивает. Но вы поняли кого. Ульт убивает его, короче. Хочу книгу. А можете мне книзитьку? Нет. Тогда я кольцо всевластия беру. Мне пох. Вам книга, мне кольцо всевластия. А я ваншот на Рошана, если... Да, бери кольцо, Санёк, он недоступен для Гарри Поттера. Всё, я ваншотнула. Блин, я Егу взял. О, потерянная книга. Тихо. Потерянная книга, нажимаю. Что происходит? У меня Ломус, самый простой сканай, который обезоруживает вас, но дает неограниченный обзор. У меня медуза сама там на 25-м, я сейчас молоток куплю и... Там учила Шива мы Есть такой вайп. Ладно, есть шанс выиграть файт, только если мы с Маке зайдем и убьем землю первую. Мы можем все сдохнуть, ты нас резнешь, и мы будем в бессмертии. Мы не можем землю первую. Можем. У тебя рез через всю карту, если что, ты можешь... Так идите, я вас резну. Есть мид плюс, чуваки, я... А, земля. Я буду сейчас бежать. Я вас резну. Землю убивайте. Давайте. Он без Аегиса, Давай. Есть какой-то дэмэдж? Помогайте ему. Я бегу. Ребят, вы где? Пужа можем тоже. С вами догоним? А, хоста, справедливо. Главное не пужа другого чела убить. Не прикрякер летает.
На Арагорна сможем? Все, фокус, тут драка. Помогите Арагорна убить. Ладно, я сейчас сдохну, ты меня рестишь. Ресни. Помогите Арагорна убить. Сделай ему что-нибудь. Ага. Убил. Ага, я ему захерачил, но при этом он полетел дальше. Я захожу в игру с молниями. Сейчас будет. И суммонирую их. Есть подкрепа какая-то? Это меня в жопу 5 минут, помогите мне, сука. Ладно, я крипа заберу. А что у тебя за кнопки хотя бы, Лёш? Ничего, нету кнопок, герой, говна! У меня нету кнопок, их нету, они ничего не делают. Боря, подойди, смакану, давай за спину зайдем, у тебя, говоришь, урон есть. Ну, только если они все будут в одном месте. Смотри, да, парень, воу, да, тэпайтесь, просто тэпайтесь, мы тут. Ну, у меня... А, ладно, тут земля пришла уже, тут земля. Хал! Парень, у меня там не будет. Гайс, мне помочь, мне надо далеко стоять. Ну, тут ты видишь, ты сам не в позиции, что сделать. Надо землю убивать. Так... На меня набежали, но... Надо сплитить, короче, я не знаю, надо сплитить. Колян, толкай линию, я не знаю. Че, давайте тут два. Тут такая, мне кажется, чисто вот из-за этой модельки мип, он Гарри Поттера сделал посильнее. Вам нужно просто четвером в них... Я вас после этого ресую, и мы продолжаем драку уже, типа, в 10 против 5. Так ты не ресуешь, мы становимся этими. Ребят, я, кстати, вижу на хайграунд даю. Я пачки скипаю, ребят, давайте, качайтесь. А у нас, смотри, скипает крипов. Бегут за мной, ребят, давайте, я сейчас устрою тут. Маканулись меня, смотрите, бегут. О, так они еще меня убивать будут 5000 лет, смотрите, что я делаю. Качайтесь, ребят, карту. Я все сделаю, качайте карту. Так и делаем. Качайте карту, я все делаю. Я все равно не нужен в этой игре. Давай, я их вниз выйду, вот сюда, чтобы они там остались. А? Не, ну мы его убьем, мы его убьем. На имбе играют, суки. Нормально, я делай. Могу дальше продолжать. У меня герой не качается, вообще ничего. У меня тоже, добро пожаловать. Пацаны, что поделать? Я сейчас даже по хребам не бил. Вообще ноль урона, я не могу пачку распушить, ни один скиллом. Я тоже, блядь, кроме. Думаете, забаланшена, типа, плохо? Не, на самом деле, я думаю, забаланшена. Потому что у меня имба. Вор, Некс, жмем свапаемся, попробуешь на Злагоре. Ну просто вот эти любой герой можешь пачку распушить, на ноль урона. Понятно. Висп не можешь, а, Вис тоже можешь. Я бегу, это моё, мне нормлет. Я буду танчить урон. Давай, я все равно не могу. Парни, драку, суку, без гандона. Я надеюсь, там не девочка играла. Смотри. БМчик, да, говоришь взять? Давай я возьму. О, земля жрет от БМ. Так, все, я пачку арбушил, у меня монет, я иду на базу. Че, мы идем выносить их? Ребят, ну можно, кстати, пайп взять, и дэмэджа будет меньше. Пачку, это вы посмотрите на дэмэдж молнии. Леголасы зацепим? Подэпаем, го, поможем. Я резну Борю. Будем драться, будем вот здесь. Да, давай, я резну. Он фул, он будет бессмертный, я могу сейчас в землю прыгнуть. Да, го. Умирайте об них, я вас резну. Резай меня, резай! Не, пусть сейчас я умру, сейчас мы умрём. Сейчас все умрут, я резну. Умирайте. А Мадо Кедавр кастую в Леорика. Меня ваншотнуло, блять. Голум. Резай, го. Давай. Ой, все возродились. Голом на лицо мне сел. Побуджу. По земле надо, после этого земле надо. Всех бафую. Я умер. Там уже все сдохли. Че, он выживет? Там Эмипарь задоджите, убегите, он сейчас вас урвет. Мне похуй. А кто меня ваншотнул, Миш? Волан-де-Морт? Волан-де-Морт, Авада Кедавра. А каким образом его доджить? Там каст, 4 секунды. ТП нажимает. Не знаю, мне нечем делать. Ну, кстати, они, оказывается, что-то могут. Но они могут просто мясом идти под ульту Арагорна этого. Они тут прям неплохо подрались. А у них будет мейл есть? Они защиту все от магии собирают. У нас же вся вселенная магическая, поэтому надо просто покупать худые. Подожди, сейчас его тропнем. За Авада Кедавра ему в жопу запихнем. Все остальное. Я ради. Я вижу. Ребят, меня на боте поймали. Телепорт нет. Вопросы нахуй. Ну там еще двое идут, кстати, на бот. Может, мы пока сломаем что-нибудь. Вот тут антимаг и пуш. И хотите? Го. Надо. Я просто с ультимейтом. Я бегу, парни, но я без ультимейта бегу. Я ебал танч, пусть у меня кончится. Я хочу именно антимага. Я сейчас на антимага прыгну. Готовы? А, он, блядь. А, я голому. А кого он схватил? Меня. Смотрите, я байчу с фулы. Блин, помочь надо. Пуху сделал. Даю. Там пиздец, если честно. Я могу резать, если что, вас. Пуджа, вас резну, если что. Надо Арагорна убивать первом мужике. Да какой? Все плохо. Умирайте, не бойтесь умереть. Что за хуйня? Дамажу сильно. Бора, врешь сейчас, только не беги. Они боты вообще, вот тут еще. Давай гому. Ладно, они уже сильные стали, скажу вам честно. Бойте, активка. Сейчас виз замру, но у них можно.
Давай, я пойду сгоняю. Паня, ну я их трахаю жестко. Хорош, Коля. Да им пизда уже. Там на земле вообще уже сломался. Ну я сдохну, короче, чуваки, есть такой мув. На какой, ох, на какой вид сдам на 25? О, так есть уже тут. Там еще одна сейчас будет. А сейчас еще одна будет. Да, жду. Он тебя испугался? Ладно, ты просто уйдешь, да, так? Я без понятия. Вон, ну он тупо нажал. Мне жалко, ульты не было. Чё, как мы хотим? Давайте как-нибудь пойдем, ребят. Го в меди застакаем, сказал. Давай за Саней ходить, потому что Саню сложнее всего контролировать. Ну, да нифига подобного. Вы просто определитесь, где. Ребят, вот на аванпосте, смотрите, меня гоняет гендер. Они ничего не сделают? Но меня ему ничего не сделал, без вас. А у нас видно, я к вам только иду. Я с ультой, ребят, на самом деле. Вы можете драться, я с ультой. Можете драться! Там земля далеко, ребят, можете. Гоу трейним. Я в пиджа ультану сейчас, и потом ты меня реснешь, я еще. Не-не-не-не-не. Я только на двоих ультую. Ладно, хорошо. Пока не буду ультовать. Даю хелп. Но сейчас умрешь, тебя реснут, если ты умрешь, когда. Че умирать? Коряю. Там Санек, что-то. Блин, Саньку надо. Урона добью. Помогать. Давай. Там лоу хп убегают. Блин! Руби, сук! Вернется, говнюк! Ой, я кого-то убил, блядь. Сгорел. Хорош. Погнали, Шана убьем еще, но посмотрим, что там выпадет. Оно что-нибудь жесткое. Есть, Роша. Гоу. Что там в нем? Окей. Потерянная книга, новая. А еще, стоп, ну и кольцо. Ну-ка, давайте кому-нибудь другому дадим, может, такое заклинание будет. Че, Вады Кедавра? Не будет КДМ. Не-не-не. Будто кого-то не хватает. А Вады Кедавра не хватает. Они знают про Шана. Ребят, нам они идут. Мы сейчас все тут умрем. Уходите. Давайте уйдем, да. Надо ждать Вады Кедавра. А смотрите, они перестали бежать. Как в прошлый раз бегать? Я просто-таки там не было линки. Хорошо. Давайте я возьму. Хочу очень сильно алибарду сделать, если я инвокера буду затыкать, у них дэмэджа вообще нет. Ну, правда, Авада Кедавра есть, конечно, которые они могут что-то сделать. Я решу Аваду Кедавру эту всю. Магия вне Хогвартса, слышали? Разрешено. Я им устрою потом. Да погнали поломаем что-нибудь, а то они прям будете какие-то достаточно сильные становятся. Те, челы хотят, они заходят. Давай, бегом. О, глиф. Глиф достаточно халявный. У меня крипы слабые. Я лечу на базу, мы стронг, у меня БМ есть, ребят, я вас всех забафаю, го. Мы их убьем, если не поднимутся на хайграунд. Мы уже их убиваем, их, бегите. У меня ебнутые бафы, вы вообще... Го. Лечу. Вбегайте в них, я вас резну, вбегайте в них. Бегу. Я сейчас этот... Давай, я в земле, я ультанул в земле, все. Я сбил. Не успел пайп нажать, чуваки. А я Эгису поджа. Убивай БММ его. Земля вернулся. Знаю, ваншотнул. Походу надо уходить, ребят. Я вода кидабра, нахуй! Сейчас я тебе устрою, блять. Ускоряю всех, давайте. Еще резко, еще есть дамаш? Есть, конечно, сюда есть, сюда был. Что там? Куда? А, вот. Хорошо. Че, даже резко не просто на 30 хп. Я папа тут. Что-то мы посыпались. Нам нужно, 100% нам нужна шива, потому что она снижает защиту от магии. Они купили пайпы, у нас есть шива. Что-то есть, вообще да. Не чувствовалось. Они еще пытаются меня фокусить. У меня чисто билда кунки реального, там, ведут так 2014, там, по атаке рвешь. Их много, но они на фарме, говорят, кликом, там уже дейдаус и мьё у них. Что мне еще такого купить жесткого? Колян. Знает. Да, они просто говорят, кликом забивают. У нас магия, у них физуха. Мид ТП нажал. Бит на меня. О, блядь, он помимо белокам играет, точно. Мы поможем. Давайте, он хуйня, ребята. Я собью. Он БМ, ребят. Ребят. Не, лучше в этом. А, ну мне с фуха про. Мне с фуха, да все, меня уже убили, собственно. И его отхуярил дальше. Чем я подошла? Я заберу армор у него, го. Забрал армор. Секунду ускорю, ускорил всех. Хорош! Да дерись, Коля, не бойся. У меня ультает, да. НАА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 А Колян, ты реально молодой папич. Чего они бессмертные? Бьете со стороны, где у него щит, видите? Да, мы еще бьем, как с мыла работают. Что-то посыпали жестко. Да. Они опять потеют. Да, пока кольцо не скинули, парни, слишком сильные. Короче, го закончим. У меня ульта есть, го заканчивается. А он же не может. Подожди, а он же не может так делать. Убивай его, Коля, я тебя резну. У меня Вада, кстати, второго левела. Хотя толку от нее. Зарядка меньше. Урон наш. Паня разобрался с типом. Хорош, Колян, ё-моё. Ну, этот герой, который у меня сейчас сильнее, чем Пуч был, так слово говорю. Не знаю, у нас герой меня на старте, но при этом шедлейте. Ну, мы вас посадили, у нас после героя жирный, еще не... Даже если умру, то я есть, типа. Сюда, ёптать. Жестко. Короче, не досноуболили. Ну, на самом деле, их надо просто ломать за 25 минут и все. Ну да. Нас сломали за 30 тогда. Я пытался. Ой-ой-ой. Колян, а я бегу, слышишь? Пас! Красава. Да иди ты нахуй. Колян, я просто посмотрю.
Это тебе надо поднять оружие, тебе надо твое оружие поднять. Короче, Гарри Поттер очень в эрлигейме сильный, а потом можно жестко выпасть. У меня Кираса едет, го заканчивать будет. Покажите мне его. Рот. Смотрите, я вас просто... Смотрите этому человеку, смотрите, что будет. Я просто не знаю, что будет, я решил. Го фонтан, го фонтан. Там Авада Кедавра. Чуваки. Вон на фонтане, я вас всех резну, убейте их на фонтане. Гоу. Давай, побегай. Давай. Колян, не умирай. Резай, пока юнитов много. Сейчас. Голум. Голум мы добили. Ладно, я резаю Коляна поп. Походу бояться надо. Пошел. А я сдох. Есть рез? Коляна, ну как сказать? А я не понимаю, как это работает. Ну надо всем умереть, а на одну кнопку нажимать, все резаются в моменте. Ну все, парень, красавчик, ты чё? Ну вообще, если не считать то, что у меня герой говно ебаный в начале и в середине, но хороший, типа, он как команда, герой прикольный. У Бори, если что, Боря дважды сыграл на рейд-кликах, я вам так скажу. Боря вообще, блядь, интересно. Боря чисто пока его нажал, и это. Так у меня герой ничего другого не делает. Ну, на миду меня насрали, герой. Т2 горело на шестой. У меня под Т2 после байбека ебашили 5 раз подряд. Давай на фонтанчик, движочек. Боря, заканчивай их. Давай, работай. Дело, парни. Стоп, смотрите. На. Какая парни. Не просто надо собирать рейд-клик и под ультой Арагорн, нам типа, ты просто даже если умираешь, плевать. Ну мы что-то все как-то в разнобой же собирались, когда играли за Не, ну они просто, у них, они просто сильнее и перефармили, а вы тем, мы ничего не можем.